welcome, дорогие друзья. Мы продолжаем играть в игры, которые инди, которые не продались, ну или продались, но не лучшим образом. И продолжаем смотреть игры именно Bullet Hell жанра, потому что именно такой жанр у нас будет игра Chrono Bullet. Поэтому мне интересно посмотреть, что есть вообще среди конкурентов. Redeeming Sentinels, следующая игра. Очень странный у них здесь UI. Если здесь выглядит все стильненько, то вот это вообще как будто выбивается, да? Как будто в какой-то момент они... Здесь еще пиксели даже просматриваются. В какой-то момент кто-то сказал, нам нужно эти кнопки сделать, но художника не нашли, поэтому просто в интернете их скачали. И опять я вижу то же самое. На главном меню до начала первого трая сразу все показывается. То есть... Все здесь в открытую. А что так мало апгрейдов? Increase HP на 5. Ребята, у них такое впечатление, что реально UI другие люди рисовали. И анлоксы какие-то. Survive 10 минут. Ага. То есть они открываются за выполнение челленджа. Окей. Ну, давайте play. У меня есть только одна карта. Называется Crossroads. Сложность... Почти 2 черепа. Вот это 5 черепов. Это интересно. Это интересно, что локация со своими сложностями, но мы это, к сожалению, сделать не можем. F. Что такое F? Так, у меня какой-то есть гладиатор. Имя я ему дать не могу. У него есть ХП. Скорость. А, и других я выбрать пока не могу. Какие-то мужики стоят. Ни сюжета, ничего. Просто... О, как это плохо. Ребята, она так долго грузилась. И он вот так сражается, да? Я ничего не делаю, он так сражается. Так, есть shift, а что shift дает? Непонятно, что дает shift. Короче, это Vampire Survival, только... Бля, это такое говно. Ребят, я уже хочу выйти. Это что за дерьмище? Им самим не стыдно, как у них все выглядит ужасно? Ну ладно. Наноси урон вокруг себя. Им самим не стыдно, как у них все отвратительно выглядит? То есть... Зачем идти в 3D графику, если у вас такой отстой? Heavy Rain. Ракеты какие-то. Я так быстро левел поднял просто. Ну это отвратительно, ребят. И что это за чайки на меня летят с такой... Погодите, может я что-то не то сделал? Может у меня настройки случайно сбились? Да нет тут никаких настроек. Ладно. Да... Что за жанр у таких игр? Reverse Bullet Hell он называется. У таких игр, которые Vampire Survival, это Reverse Bullet Hell. Это когда от тебя летит куча разных заклинаний в противника. А противников много. А можно это как-то открыть или что? Наступить можно. Зачем вообще идти в 3D-графику? Не, в 3D-графику... Вот Rift Loopers, они же тоже пошли в 3D-графику. И у них выглядело все адекватно. Там где-то были парочку каких-то косяков. Но, ребят, я могу приблизить... О-о-о-о-о-о-о! Ну все, ребят. Настоящий геймплей пошел. Посмотрите на этих птиц. Им самим не стыдно на этих птиц смотреть? Вы посмотрите на вот это вот, то, что летит на меня. Да. Ну тут реально нужны так, хорошие художники и так далее. Вот я говорю, а та игра, Rift Loopers, которая, они сделали 3D, но у них оно выглядело адекватно. Мне кажется, они использовали движок XCOM. Не знаю, что там за движок. Ну, ассеты вот эти все. Очень мне напоминало XCOM, когда я играл в нее. Может, просто антураж, потому что космоса. Но у них там тоже были баги визуальные. Но они выглядели как баги, которые могут пофиксить разрабы. Это, конечно, полный отстой. И у Rift Loopers, напоминаю, кнопки я нажимал сам. Если я ничего не делал, у меня персонаж стоял, ничего не делал. И из-за этого эффект 3D создавался очень хороший. Потому что я мог сам выбирать, что мне делать. Так, я походу что-то могу делать все же. Я походу что-то могу делать или что? Или это просто
пассивки. Сейчас я не буду ничего нажимать, посмотрю. А, нет, это не я нажимаю. Совпало просто так, что... Я лично хочу умереть уже, ребят. Ну, это просто ужасно, потому что... Блин, появился какой-то... Какой-то комар, который летает за мной теперь. Но даже непонятно, этот комар за меня или против меня. Не, я хочу, ну, посмотреть. Ну, ладно, ладно, надо поиграть подольше. Но я не знаю, зачем в это играть подольше. Я просто, ну, больше чем уверен, что понятно, почему люди дропали эту игру. У вас так все плохо выглядит? Чайка. Да, свалка чаек. А миниган, он почему-то ракеты кидает. Ой, у них еще и карта заканчивается, ребят. Я дошел до конца карты. Ой, я могу не просто дойти до конца карты, я могу по ней ходить еще. По конце карты еще могу ходить, ребят, чуть-чуть. Разработчики забыли поставить здесь блокировку пораньше. А ее никто не тестировал, что ли? Ну, типа... Блин, а там души выпадают, и я их подобрать не могу. А вот здесь я не могу пройти. Вот там я мог пройти, а здесь не могу. Вон там какие-то штучки выпали. Я не смогу, наверное, подобрать. О, не смог. Почему все так медленно? Не знаю. Я просто беру любой навык там, ребят. У меня что-то там снизу накапливается, я смотрю. Еще эти штуки непонятные, я на них наступаю. Блин, вы понимаете, что вот эта игра примерно продалась так же, как предыдущая? Ну, те, кто смотрит записи, предыдущую игру мы играли Keeper's Toll, скорее так надо читать. И она продалась так же. Ну, типа, это не может быть правдой. Учитывая, какая это помойка. Хотя далеко ходить не надо. Love and Rock'n'Roll продалась гораздо лучше, чем One Eleven. Хотя это такая помойка. Ну ладно, Love and Rock'n'Roll, и там хотя бы анимация хорошая. А текст, любой может сказать, текст это типа на вкус и цвет. О, босс появился какой-то. А, нет, не босс. Это просто теперь новые мапцы такие. А почему здесь такая легкая сложность? Я уже 5 минут хожу здесь. Видимо, разрабы, когда увидели, что никто в это дерьмо не играет, говорят, давайте сделаем сложность хотя бы легкую. Чтобы люди оставались в игре подольше. Потому что, ну, это же очевидно, что если я умру, я не захочу второй раз запускать это. Может, босс будет интересный. Подождем. Потом будет сложнее. Блин, ну вот в Кипертуле мы первый уровень сразу гуфнулись на второй минуте. Да и в вампайре, на самом деле, в первую минуту можно умереть, если не понимать, что делать. В вампайре гигантская проблема была, это просадка по геймдизайну с 15 по 20 минуту, там даже по 25 минуту. Потому что это не очень интересная часть игры была. Так, ну стало больше птичек. На нас стало больше идти. Я даже не понимаю, когда у меня хп отнимается, ребят. А еще не понимаю, что сверху написано. Shift. А, Shift это рывок. Все, я понял. У меня есть рывок, оказывается, в игре. То есть они что-то добавили мне для геймплея. Ну и все, как бы. Это все, что они добавили мне для геймплея. Ой.
боже, у них каждый мобец выглядит хуже предыдущего. Они себе поставили цель всех мобцов сделать отвратительными, да? И почему продолжает птица лететь? Они так гордятся ими? Не знаю, там набираю пассивки, ребят, у меня огромное количество пассивок уже. О, первый сундук, ребят. Connect enemies deals collective damage. Коллективный урон всем наносим. Игра это 5 евро, стоит где 1000, продала копии. Ну, не знаю, надо на стрим ДБ будет посмотреть. Я еще не смотрел. Я обычно после игры, чтобы не создавать ложное впечатление. Как бы, да, я знаю, что она из провальных. Но наша цель была выяснить, почему она провальная. Я сейчас вижу, почему, а как конкретно количество, я не знаю. Сейчас посмотрим. Но это, конечно, отвратительно. Я могу просто стоять и ничего не делать? Я устал просто. Да, походу, могу просто стоять и ничего не делать. Не, они меня все же ударяют. Increase damage. Давай. Больше дэмэджа. Богу дэмэджа. Цифры, кстати, во всех этих играх пишутся. Вы заметили? Во всех этих играх цифры пишутся урона. Значит, нам надо будет тоже это писать, только незатейливо как-то. Потому что, мне кажется, это все же много какофонии создает. Ну и, понятное дело, добавить в опциях, выключить отображение цифр. Какие-то красные пятна начали на поле появляться. Increase all damage на 10%. Какие-то телепузики пришли. Новый вид мопцов появился, ребята. Мы, видимо, сейчас гуфнемся. Давайте до 10 минуты доживем. Там просто дадут что-то за 10 минуту. Что, мы дожили до 10. К концу привыкаешь. Ну да, ну, типа, зачем к концу привыкать, когда можно. Все, начался геймплей, наконец-то. 10 минут потребовалось для этого, ребят. 10 минут потребовалось играть, чтобы хоть какая-то сложность появилась. Просто видите. У того же самого вампайра были элитные мопцы, которые создавали какую-то вот составляющую вот геймплея хотя бы в первые 10 минут. Тебе было интересно за ними погоняться, поубивать. В Keeper's Tools мини-миссии давали каждые 3 минуты. Или даже там каждые 2 минуты они были. Уже я ХП восстановил каким-то образом. Вообще не понимаю, где у меня полоска ХП. Вот то, что у меня над головой сейчас превратилось в ноль, это вот это и есть полоска ХП, да? Наверное, где-то здесь сейчас буду восстанавливать здоровье. А может, вот эти штуки восстанавливают здоровье? А, вот эти штуки восстанавливают здоровье, понял. Ребят, я уже 12 минут бегаю, никаких боссов, ничего. Просто мобцы становятся сильнее и все.
Да, надо мной таймер и опыт. Опыт — это сколько я хрени этих собрал. А вот то красное, что у меня над головой вот здесь вот. Ну ладно, я не могу показать. Над шифтом, короче. Что это такое? Я думал, это здоровье, но оно что-то постоянно на фул хп висит. И у меня над головой вроде у персонажа есть здоровье. Что-то я перестал левелапаться вообще. Надо как-то добраться до этого. Firing weapon, longer duration, more damage. Давай. Больше АОЕ урона. О, там опять хп восстановилось. Какие-то крокодилы еще появились с отвратительной анимацией. Не, ну эта игра, конечно, лучше, чем Ино. Ой, я сразу 5 ачивок сделал. Ладно, 3. You are dead, huh? Блин, если бы я час не собирался поиграть в нее, она бы меня сейчас потеряла. Что делать дальше? Пипец, даже кнопки не работают. Я нажал типа Next, оно долго лагало. Так, и что, мне ничего не открылось? Сурва... А, In Church, понял. Вот что открылось. Platinum Skill Available. After Repair Skill Available. О, здесь такие еще вещи есть. Ладно, из апгрейдов что у меня? 200... Царапин 211 у меня есть. Можно хп увеличить. Шоу вот Inbox 3000. Increase Restoration HP за 300. Pickup Radius. Скорость передвижения. Ладно, нам дали церковь, ребят. Там сложность будет другая. Апгрейд. Ой, блин, я не... Я хотел апгрейд нажать, не нажал. Ой, опять локация прогружается. Долго. Так, у меня стало на 10 хп больше. О, ребят, здесь другие птицы летят. Тайраван, смотри. Здесь другие летят. А ты жаловался. Заметьте, что он обе с головы. Я думал, так и задумано. Так, я свою птицу против них направлю. Пусть моя птица их убивает. Мне лень просто играть в эту игру. О, у меня хп начало отниматься, ребят. В том раунде у меня не показывалось хп. Это все же мое хп, вот эта сверху полоска. Это все же мое здоровье. И музыка одна и та же играет, да? По-моему, то же самое было в прошлый раз. Не, ну эта птица повторяется. У них, кстати, тень не сразу появляется, видимо, потому что лагает. Если тень сразу проявить у юнитов, то она лагает. Поэтому обратите внимание, птица появляется, но она без теней сначала летит, потом тень появляется. Вот смотрите, сейчас она появится, тень появится. А, блин, не успел. Надо отойти. О, это супер птица. Не, это не супер птица, это просто левел другой. Increase pickup radius. О, есть какие-то мины. Давайте посмотрим, что-то новое. Сейчас побеждает муха. Не отрицаю это. Моя муха имба. Так, у меня есть ловушка здесь. Давайте посмотрим как. О, боже мой. Какой скучный геймплей в этой игре. Кто скажет, в остальных такой же? Нет, там... Как бы объяснить, там немножко по-другому все было.
В Vampire Survival фишка заключалась в том, что тебе нужно правильные комбинации собрать твоих навыков, чтобы они скомбинировались, и ты мог проходить. В Keeper Tools я не поиграл, конечно, много, но из того, что я увидел, самое главное, это все же механика. Здесь никакой динамики нет. Вообще непонятно, что происходит. И все очень медленно. Третья тоже будет Vampire Survival. Они Bullet Hell все считаются. А как они сделаны, видишь, все почему-то хотят делать сейчас Vampire Survival игру. Видимо, потому что она единственная, которая продается. Но вот эти игры показывают, что это тоже не продается. Третье, они Coverly Girls, они вроде как сделаны в стиле того, что мы собирались сделать. Третье вот из списка. Ну и они, кстати, нормально продались. Coverly Girls. Могли лучше, наверное. Ладно, ребят, я сдаюсь. Я не хочу это играть больше. Это просто говно какое-то. Я хочу накопить денег на следующего персонажа. Я не знаю, сколько там нужно, чтобы его купить. Но у меня голова начинает болеть от этой музыки, от этой игры. Все, убейте меня. Ну, это просто параша какая-то. Это просто какая-то параша. И я, кстати, нажимал Next сейчас, и тогда и сейчас нажал Next, оно лагает. То есть здесь еще и баги есть. Ну, выходи из игры. Сколько раз надо Next нажать, чтобы ты вышел из игры? Пипец, там, походу, 3 раза надо нажать. Так, а можно купить другого персонажа? Вот я хочу этого купить. А, на Q, да? Нет, а... А как купить? Как купить других персонажей? Вот, здесь buy 5000. А как этих купить? Вот этого buy 5000. А эти бесценные, типа. А зачем они сделали закрытыми этих персонажей, когда в этом же и есть весь прикол? Ну, типа, человек... Может, надо как-то клавиатурой это делать? Не. Ну, типа, большинство людей не хотят играть на одном персонаже, да? О, тут какие-то модифаи есть еще. И что это такое? Блин, я что-то взял. У меня какой-то яд появился, ребят. Какой-то модифай я взял. Не, я просто как подумаю, что я еще 10 минут буду смотреть на эту потрясающую анимацию. Не. Выполни условия, получи персонажа. Ты издеваешься? Эта игра держится у меня включенной только потому, что есть вот эта птица, которая за меня все делает. Мне ничего делать не надо. Какое условие? Никаких условий выполнять не хочу. Бля, они даже не сделали, что обстаклсы разваливаются. Пойдем, короче, по прямой, ребят. Может, найдем что-нибудь. Может, у этой игры есть какой-то шанс. Блин, его рывок, это даже без анимации делается, ребят. Это просто перемещение персонажа с точки А в точку Б. А где противник вообще? Время идет, противника нет, ребят. Просто посмотрите на это. Никого нет. И я опять дошел до конца локации и могу вот стоять здесь на воде. Да. Ну, то есть локации еще ограничены. А зачем они их ограничили? Разве это не делается как-то тупо программированием? Что впереди все прогружается, пока я туда иду. О, это, кстати... Нет, не усиленная птица. Я подумал, что это усиленная птица. Впервые увидел усиленную птицу, но нет. Ну, типа, разве это не делается элементарным программированием? Что ассеты прогружаются дальше. И поэтому территория может быть бесконечная. Или это на 3D не работает? Но я не думаю, что это не работает на 3D. Это должно работать и там же. Тюрьму пропустил у костра.
Ты про вот это? Ну давай посмотрим, что это. Ну, типа, ничего особенного. А, во! Вот тюрьма. Давай посмотрим. Ничего не объясняется, ничего не написано, просто подошел, и здесь какая-то хрень. У меня ХП больше нет. Потому что я половину времени бегал же, а не подбирал. О, авторепейр появился. Лишку будем? Мы сегодня играли уже. Сегодня уже нет. Сейчас мы будем еще одну игру играть после этой. Ну, типа, мне даже не объясняется, что с этим делать, ребят. Вот стоит чувак. Я могу его бить. Авторепар, кстати, этого авторегенерация. О! Спаси, найди и спаси какого-то чувака. Я, короче, нашел и спас какого-то чувака. Я так понимаю, я теперь смогу за него играть, да? Ну, хоть что-то появилось. Любопытное в игре. Я опять начинаю от скуки умирать. А, пойдем поищем, может еще есть такой же. Правда, чтобы поискать, мне надо все же опыт позарабатывать. То есть я сейчас опять буду бегать, я потом ни одного мопса не убью. Нет, для таких игр, конечно, 3D делать нельзя, это полный отстой. Потому что Rift Loopers, она выглядела-то хорошо, но все равно вот эта вот 3D-шность ее немножко наказывала. Опять все противники куда-то пропали. Чё они все заморожены? Чё за бред? Там на каждом уровне есть снова один персонаж. Возможно, возможно.
интересно, они композитору объяснили, что за музыку надо сделать? Потому что чувствуют, что композитор делал музыку для викингов. Для какого-нибудь фильма про викингов. Ну вы слышите, тут горны какие-то играют. Ну, как минимум, там, я не знаю, раннее средневековье мелодии. Не хватает только волынок. То есть народ не заморачивается, просто копирует новости. Да, я про это вот тоже говорил, что сейчас большинство геймдева именно этим занимаются. Они тупо не создают ничего нового, а копируют уже имеющийся продукт. Мы его никогда не убьем, да? О, убили, за него сундук получили. Давай, птичка, еще сильнее стань. Ща, ребят, втащим. Сейчас наконец-то геймплей начался. Вот как в прошлый раз, кстати. На восьмой с плюсом минуте начинается геймплей. Наконец-то экшен пошел. Почему они не могут с самого начала игры так сделать? То есть, если ты не умрешь со скуки в первые 8 минут, то тут даже что-то интересное происходит. Уже не обращаешь внимания на то, как выглядят мопцы. Чем-то Кипертул начинает напоминать, потому что надо постоянно кайтить, бегать. Нельзя стоять на месте, как в вампирах. Ну, я бы еще давал навыки, чтобы сам нажимал человека, а не мучился так. Все придумано за нас, да? Да. Это, кстати, реально проблема. Ну и с фильмами сейчас то же самое, с кинематографом. Франшизы продолжают перезаписывать. Приквелы, сиквелы, триквелы. Есть еще боквелы, кто не в курсе. Это, по сути, все относится к франшизам. Доят одну и ту же корову. Одну и ту же аудиторию. Коммерция давно победила качество. И единицы выходят качественных фильмов. И при этом ты на них даже не можешь обратить внимание, потому что они умирают в отсутствии коммерции. Потому что никто не будет тратить на них деньги большие. И единицы фильмов уходят, вот там, например, как «Достать ножи», да? Ой, «Достать ножи», как он назывался? «Достать ножи» назывался, да? Имеется в виду вот этот детектив. Ведь, по сути, это, ну, с нуля сделанное кино. Не было франшизы этого персонажа, которого там Крейг играет. Но актеров они все равно смогли заманить туда хороших. Рискнули, попытались, получилось. Фильм получился хороший. Но при этом смотрим второй фильм, который они выпустили. Оказался уже говном. Почему оказался говном? Ну, я думаю, потому что был коммерческий успех у первого фильма. И пришли сразу ребята со словами: так, мы знаем, как лучше делать. Поэтому мы вам сейчас расскажем, как надо делать кино. И тут возникает вопрос, а с какой стати вы знаете, как лучше делать, когда мы сделали без вас лучше? И сразу же начинает внедрять непонятно что. А давайте поговорим об этом, обязательно надо показать это. Кто не смотрел, тот не поймет, о чем я. Но там, в общем, много было тех самых повесток, которые, ну, вообще не нужны фильму про детектив. Про детектива. А в итоге, кто не помнит, я вам просто напомню. Ну, или те, кто не смотрели, я расскажу. В итоге они просто сделали... О, тут взрывы. Фильм, в котором главный герой...
То есть главный герой у нас детектив, но он не нужен этому фильму. Знаете, кто там все разгадывает, ребят? Сильная независимая женщина все преступления разгадывает, а главный герой ничего не разгадывает. Главный герой только делает подсказку, как это происходит. Он дает подсказку, у него вроде что-то получается, а потом он оказывается неправ, и сильная независимая женщина дает ему правильный ответ, и он такой: «О, какая ты молодец!» Извините меня, но если так было в книге написано, тогда я очень удивлен, что первый фильм был написан по другому стилю. Потому что это же вроде бы по книге. Но что-то мне подсказывает, что в книге так не было написано. Ну, то есть это как в фильме, например, про Шерлока Холмса. Шерлок Холмс бы ничего не делал. А преступление Эрен Адлер бы разгадывала. Показывая, какой Шерлок Холмс идиот. А Full HD на Еву можно собрать? Но у нее нет скейлов от HD, так что не советую. Ой. Тут тупик. Поэтому второй фильм, он неплохой, ребят. Он реально неплохой. Но по сравнению с первым фильмом, он просто параша какая-то. Потому что в первом фильме ты реально поражаешься. Там даже главный герой пафосно произносит фразу в один момент, когда эта актриса, я забыл, как ее зовут, задает вопрос Дэниел Крейгу, типа... Блин, меня убили. Ну и пофиг. Дэниел Крейг задает вопрос: а когда вы догадались, что я не причастен к убийству? Он говорит: когда первый раз тебя увидел, сразу на ноги твои посмотрел и увидел у тебя там кровь. И ты просто понимаешь, что все дальше это было его ЧСВ. Он пытался понять, кто убийца, но уже знал, что она точно не убийца. И дальше только хотел убедиться во всем этом. Ну, то есть, и ты понимаешь, насколько красиво. А здесь... Главный герой оказался идиотом, который ничего не может сделать. И в начале фильма даже его позорят, когда показывают, как он просто сидит в ванне, разгадывает какой-то пазл и при этом не может его разгадать. Ну, это сразу просто показывают в самом начале бездарности по главного героя. Извините, а какой перепугу он бездарный. Так, ребят, если у меня не открылся новый персонаж, я дропаю эту игру. Так, у меня не открылся новый персонаж. А, не открылся, Барбарин. Блин. Они даже выделить не дают мне, я... Ребят, почему здесь графика из PlayStation 1? Я этого понять не могу. Серьезно, но такая графика была в первом PlayStation. И для первого PlayStation это было неплохо. Но... Ну, это же ужас какой-то. Есть уже такой фильм, где девочка показывает, что Шерлок Холмс идиот, да? Не помню, не помню. Не, знаете, я не могу в это играть больше. Main меню. Это потрясающая игра. Go, короче, ее оценивать сразу. Сколько мы отыграли? 38 минут нормально. Эта игра большего не достойна. Так, Redemium Sentinels. Ой, сейчас. А как выйти отсюда? Крестик? А, крестик. Пипец. UI, конечно, тут потрясающий тоже. Так. Ну, давайте по порядку. Начнем с оценки Steam. 5 евро стоит. О, 5 евро. При этом здесь они показывают другую графику, ребят. О, то есть это еще и с даболы, да? Не, ну здесь вот такая же графика. Ладно, здесь такая же. Но здесь они показывают концовочку. И выглядит эта концовочка неплохо. И все равно у них как-то графика здесь, как это называется, немножко подкорректирована, да? Вам так не кажется? Немножко подкорректирована. То, что я сейчас видел в игре, это был полный бред. Fight bosses. И я сделал 3 трая по 12 минут и ни разу не встретил босса. Прям вообще пафосные такие надписи. Да, мне кажется, если бы она была... Вот это вот больше похоже на правду. То, что мы видели только что. Ну, вы покажите, что туда встать можно. И еще покажите, что там спаунятся метки эти. Чего же вы это не показываете-то? Mostly positive, но 71%, 145%.
Что люди писали? The mechanic of poorly designed attack still hit even if you dodge. Я думаю, не в этом проблема. Короче, человек написал, что типа механика игры очень плохо как дизайн по-русски перевести. Короче, пусть будет сделано. Атаки тебя все равно атакуют, даже если ты задоджил. То он имеет в виду, видимо, с прыжка он пытался увернуться, его все равно задевали. The Nami Award, that game lacks any content and polish even for EOI release. Есть хорошее обещание, но чувство такое, что ничего из этого не будет сделано. Сначала мне показалось, что игра крутая, но как-то я поиграл, она слишком медленная, заставляла мою жопу дергаться на полу из-за того, насколько медленно мне приходилось играть часами или половину. Понятно. Но оно так и есть. То есть люди на самом деле правильно пишут. Она очень медленная, плохо загеймдизайнена. И не вызывает какого-то желания возвращаться. И при этом у них есть паблишер, ребят. У них есть паблишер. Есть Digital Games. Так, издатель ES Digital Games. Сразу запишу. Ну и сюда давайте введем. Игру выбрать. У них был один стример. Насколько? На 64 человека. И сейчас я был стримером. А так у них больше двух людей не играет в их игру. Продали примерно 5000-6000 ключей. Не, ну все равно неплохо продали ключи, но... Это опять же показывает, видите, насколько узко визуальные новеллы. То есть, я думаю, даже если мы сейчас вот прям сделаем из того, что у нас есть Vampire Survival подобие игры, без какой-либо этой, мы продадимся где-то на 2-3 тысячи ключей. Ну, так выглядит. Вы про достать ножи? Да, про достать ножи я рассказывал. Ну, было, надо было хоть чем-то вас развлекать, потому что играть я в это больше не мог. Ладно, идем по оценке. Первое впечатление сразу мимо. Ты, типа, я зашел в игру, и она меня сразу встречает плохим UI-ем, лаками какими-то непонятными. Это 3 балла. Геймдизайн — 2 балла. Реиграбельность. Ну-ка, я один ставил кому? Inno Adventure ставил один. Ладно, здесь 2 поставлю. Графика. Мне сложно оценивать такую графику, потому что я вижу, что это 3D, и я вижу, что они пытались сделать Вальхельм графику, но она у них не получилась. Поэтому я, наверное, М4 поставлю, типа, за попытку, но... Не, 3. Я вспомнил птицы, ребят, я вспомнил птицы. Музыка. Одна и та же музыка, надоедливая. Вообще ни козлу, ни ко двору, это 2 просто. Ну, я честно скажу, если бы... Наш композитор Заквель написал такую музыку, я ему сразу сказал, ты что написал? Ты что делаешь? Иди переписывай полностью с нуля все. Это вообще, можешь у себя на странице такой мусор выкладывать. Управление. Не, ну оно удобное. Ну как и во всех таких играх. Здесь можно 7 влепить. Стоимость. За такую парашу я бы столько не брал, но относительно рынка они, в общем-то, правильную стоимость поставили. Ну и баг был один. А, ты сделал здесь коэффициент, я понял. Баг здесь был один. Вот как-то так, ребят. Так, был ли у них кикстартер? Это будет забавно, если у них был еще кикстартер. Хотя, я думаю, кикстартер на такую игру бы не выдали ни копейки. Sentinels of Multiverse. Project Redemium. Нет, какие другие игры. Графика 3D, качество 3. Ну, серьезно, ну это. Она вообще не подходит. То есть у них. Их графика, они еще видел, чтобы скрыть свои пиксели, они сделали затемнение везде. Заметьте, тогда лучше, чем Rift Loopers продалась. Ну, потому что у них паблишер есть. Паблишер все же смог вынудить людей купить эту игру. Насколько они, кстати, лучше продались? 145. А, Rift Loopers 94, да. Rift Loopers 94. Ну, у Rift Loopers в цене была еще проблема, да, по-моему? Или они тоже 5 стоили? Сейчас посмотрю.
Не, Рифтруперс даже дешевле стоил, и все равно не продался. Потому что паблишера не было. Ну просто вот здесь тоже 3D графика, но здесь ты сам управляешь навыками. Механика хорошая, управление чувствуется. Проблем были только баги. Баги и нет навязывания и геймплея. Здесь вот навязывание геймплея бы они сделали. И вот я вижу, у всех этих игр нет навязывания геймплея. У Vampire Survival было навязывание геймплея. Здесь его нет. То есть меня никто не может заставить идти дальше играть в нее, потому что я потратил 12 минут своей жизни и ничего за это не получил. Ну вы обалдели? Ну типа... Ребят, ну вы обалдели? Просто в вампирах, я так понимаю, не только там пиар хороший проработал, еще этот сарафанное радио. А в вампирах очень сильно сработал эффект того, что тебе постоянно что-то дают за то, что ты делаешь. Ну и возможность, кстати, пройти раунды тоже давала. То есть ты знал, что 30-я минута – это последняя минута. В луперах еще проблемы с интерфейсом. Ну да, там с интерфейсом проблемы были. Не с этим, они вот менюшку здесь не показывают. Вот с этим. Здесь очень странно все это выглядит. Ни черта непонятно. Маленьких персонажиков показывают. Зачем-то зато 3D вот эту вот комнату сделали, которая нахер не нужна. Лучше просто в космосе это показывали. Да. Ну ладно. Че, идем к следующей игре? Ребят, следующая игра. Cowardly Girls! Ну, у нас тут есть два варианта. Либо Cowardly Girls, либо Castle Alchemist. А я ее скачал, Castle Alchemist? Сейчас посмотрю. Castle Alchemist. Cowardly Girls. Вот. Да, у меня есть... А, подожди, Castle Alchemist это демо. Ее нет смысла. Она оранжевая у тебя, но это демо игра же. Она же еще не вышла. Вот она. Она же еще не вышла. Это же демо все еще. Или у меня демо ключ. Погоди. Не, она вышла уже. А почему у меня написано демо? Сейчас я... Я, может, не то скачал? Castle. А у меня демо только ключ есть. А, ну такой ключ нафиг не нужен никому. А мне что, дали только демо-ключ? Короче, у меня демо-ключ только. Тогда разработчики идут в жопу. Ну ладно, мы их посмотрим на следующем стриме. Тогда сейчас посмотрим Cowardly Girls, следующую игру.